Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Хочу себя и вас всех поздравить с завершившимся нашим первым проектом нашего отдельного дивизиона. Это создание сайта нашего первого детского дома. Доменное имя «Дом Павлина». Это и в латинской, и в кириллической версии есть этот домен. И в нем поучаствовали многие. И художники прислали такое количество необходимых нам рисунков, что мы даже все еще не успели опубликовать. Вот. И программисты, и, в общем, проект прошел успешно, и по своим возможностям этот сайт даже несколько превышает возможности нашего мультиблога по некоторым параметрам. Так что благодаря такой очень мощной подготовке тех, кто готовил этот проект. Вот, поэтому дело разворачивается, я очень доволен. Это, можно сказать, сбылась моя мечта. Но нас ждут еще и другие великие и важные дела, потому что есть еще у нас два детских учреждения. «Павлин-2» в Мышкино и наш кадетский центр имени митрополита священномученика Серафима Чичагова. Ну и развивается наш проект по поводу поддержки социально неблагополучных семей тоже очень успешно. И благодаря этому проекту во многом наш детский дом, который у меня, вы видите, за спиной, он пополнился и еще ребятами. Вот у одного сейчас спросил, белоголового молодца, как ты поживаешь? Он говорит, очень хорошо. То есть вот практически младшая группа у нас увеличилась в два раза. Вот этому мы очень рады. И главное, как быстро ребята адаптировались к новой жизни. Вот, поэтому прошу любить и жаловать новый сайт. Вот, потому что, ну, при современной нашей жизни такое шикарное дополнение, оно просто, ну, необходимо для нашей жизни, потому что это он у нас существует как частное такое учреждение. Вот. Так что всем огромное спасибо, от художников до программистов, всех тех, кто участвовали, помогали, кто молился. Так что премного благодарен. Всего вам доброго. Дай Бог и дальнейших успехов.